В Омской области в реке Оша вмерзли лошади. Животные погибли еще в ноябре прошлого года. Их тела до сих пор находятся во льду. Лошади принадлежат фермеру Борису Никулину из Крутинского района. Когда часть табуна, примерно 15 голов, пропали, фермер искал их несколько дней. Когда нашел, животные уже погибли. Они провалились в проталину и не смогли выбраться. Самостоятельно извлечь трупы мужчина не смог. Ветеринарная служба уже взяла пробы воды и опасных микроорганизмов пока не обнаружила. К слову, вода из реки жителям района в качестве питьевой не поступает. Фермер пообещал извлечь тела животных до 15 марта. Местные чиновники будут контролировать ситуацию, чтобы не допустить эпидемии. Мы их сразу не могли, мы их искали. Дали штраф за то, что мы их сразу не вытащили. Всем мы заплатили. Был снег, их припорошило. Когда нашли, они уже мерзли. Конечно, надо это все. Сейчас видите снег, а это 3 километра от деревни. Нужно туда пробивать дорогу тракторами, бульдозерами. Вот в чем проблема.